Перед вами карта похода брусских землепроходцев 17 века на северо-западе Якутии. Как была открыта вот наша территория Аленюкского района первыми землепроходцами. Еще в 1620-х годах русские казаки, проникшие в бассейн Нижней Тунгуски, сухопутным путем достигли вот реки Ленек, верховья, и взяли ясак количество 45 соболей из обитателей тунгусского рода азиан. Землепроходцем и побывавшим первым на реке Оленек является Иван Ерубров, тобольский казак, первооткрыватель реки Индигирки. Также алекминский десятник Елизей Бза и известный всему миру Семен Дежнев, первооткрыватель пролива между Азией и Америкой, которые здесь служили, собирали ясак. Вот как было открыто устье реки Оленек? Еще в 1633 году вот с Якутского острога вниз по реке Лена спустилась большая экспедиция во главе вот Ильи Берфильева. И они дошли до устья, доплыли до устья на кочах и разделились на два отряда. Один по Оленёкской протоке вышел к морю Лафтовых и по побережье достиг устья реки Оленек. И здесь он поднялись вверх на кочах и основали Оленёкское зимовье. Таким образом, вот начата вот такая сбор ясака с коренных жителей тунгусов, которые обживали этот северо-запад Якутии, территорию Оленёкского района. И уже в 1634 году первый караван с собранными соболиными шкурами, ясаком, был направлен в Якутский острог. Вот, таким образом, вот, первооткрывателями Оленёкской земли являются вот известные землепроходцы.